Днем автомобилиста 29 октября в автоколонну номер 1791 поздравить водителей пассажирского транспорта Сергия Посада приехали глава городского округа, депутаты Московской областной думы и заместитель председателя окружного совета депутатов. Лучшим представителям этой профессии были вручены почетные грамоты Мострансавто, благодарственные письма и нагрудные знаки. Работников транспортной сферы поздравили с профессиональным праздником официальные лица. На самом деле, всегда, когда мы приезжаем сюда к вам, мы всегда приезжаем по хорошим поводам. И не потому, что мы других поводов не ищем, а потому, что вы нам всем и нашим жителям просто плохих, каких-то негативных поводов не даете. И за это вам лишний раз огромное спасибо и низкий поклон. С наступающим праздником профессиональным. Спасибо вам огромное за то, что вы делаете. Одно из самых важных и нужных вещей, которые у нас в принципе есть, это и общественный транспорт, вообще в общем транспорт, потому что все во многом зависит от вас. На ваших плечах ежедневно такая большая ответственность. Мы доверяем, можно сказать, жизни наших друзей, близких, родных, ежедневно отдавая вам, когда они едут с вами. За это, конечно, вам огромное спасибо. И, конечно, хочется самое главное пожелать и добавить своим товарищам, пожелать вам всем, конечно, в данной ситуации крепкого здоровья вам и вашим близким. Но я добавлю, конечно, помимо здоровья, в этот год хочу пожелать вам еще роста, достатка вам и вашим семьям. Мы понимаем, что переживает страна, но я думаю, предприятие вас не обижает, оценит ваш добросовестный труд. Поэтому, присоединяясь ко всему вышесказанному, хочу добавить, помимо здоровья, достатка, и также успешно, добросовестно трудиться на благо наших жителей. Коллеги, позвольте мне также вас поздравить с нашим профессиональным праздником, днем работникам автомобильного и городского пассажирского транспорта. Пожелать вам, конечно, прежде всего здоровья, а точнее побольше антител в крови, сейчас это очень актуально. Я хочу вам пожелать, чтобы вы всегда с оптимизмом относились к любой ситуации, чтобы у вас всегда было желание работать, а творить. Ну и, конечно, хотелось бы вам пожелать, чтобы для вас дорога всегда была безопасной. С праздником! Лучшим работникам транспортной сферы Сергия Посада, депутатами и главой округа были вручены благодарственные письма, почетные грамоты и нагрудные знаки. Благодарственным письмом Московской областной думы награждается Киселев Юрий Уафисович. Награждается заместитель директора производственного кооператива гильдии перевозчиков Емелин Валерий Алексеевич. В городе, конечно, у нас изменения идут к лучшему, и сам город, и мы как бы стараемся соответствовать этому. Рады награде или не ожидали этого? Нет, я, конечно, не знала. Да, конечно. В жизни современного человека многое зависит от работы сотрудников автотранспорта, которых заслуженно чествуют в профессиональный праздник. Анастасия Рябова, Сергей Власов, День города.